Я хотел поделиться этой радостью. После прохождения тренинга по вытягиванию шейных и грудных позвонков я пришел домой, положил жену на стол и сделал, ну, а я ей не сказал, что я буду делать. Я говорю, сейчас я тебе там, ну, расслабляющий массаж сделаю, там шею, там по этот какого там помну. И где-то через час, когда она там вся такая растеклась на этот на столе, уже где-то была в космосе, вот, я произвел ей вытягивание. Хорошо показал. Шейных и грудных, да. У нее прям, ну, до грудных она прям. То есть она где-то минуты через две, да? Через три, да, после того, как вышла из шока, вот, она мне рассказала, что у нее прохрустили вот прям от этот, как, от грудных, все до шейных. А год назад где-то за границей был стресс, и ну, то есть у нее какая-то такая вот сутулость образовалась, и позвонок где-то вот четвертый, пятый там, он у нее щелкал. Вот. Так вот, вообще все прошло. Вот, перестало все щелкать, шея стала длиннее. Она неделю ходит, уже благодарит меня. Вот, а я Олега. Спасибо, гуру.